В Марфо-Мариинской обители Москвы началась регистрация на бесплатные курсы по подготовке к родам для одиноких беременных женщин, оказавшихся в кризисной ситуации. Еженедельные курсы будут проводиться на базе Марфо-Мариинской обители в рамках программы «Я не одна», организованной Русской Церковью. На курсах женщины смогут узнать о том, как правильно заботиться о себе в период беременности, как подготовиться к родам, получат навыки обращения с ребенком. Курсы будут состоять из 14 занятий, которые будут вести акушер-гинеколог, перинатальный психолог, неонатолог и детский психолог. Смысл наших занятий, помимо оказания медицинской и психологической помощи, в том, что женщина начинает понимать – она не одна. В обществе такие девушки нередко попадают в положение отверженных, самые близкие отворачиваются, и это часто и является причиной решения сделать аборт, заявила руководитель курсов доктор Елизавета Новоселова. С октября 2010 года функционирует церковный проект финансовой помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По условиям программы, женщине, согласившейся сохранить жизнь ребенка, ежемесячно до достижения малышом годовалого возраста выплачивается пособие в размере 30 тысяч рублей. В перспективе планируется помогать опекаемым в их дальнейшей социализации, получении профессии, трудоустройстве. Продолжается прием заявок на конкурс региональных проектов поддержки семьи, материнства и детства, организованный синодальным отделом. Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов рублей.